Привет, друзья. Сегодня понедельник. Вчера не выходил я на связь. Вчера весь день был занят. Какой-то день такой был. Вроде бы воскресенье, но что-то куча дел каких-то. Замерз на улице, весь день работал. Вот такая вот у меня получилась система, труба. Вот. Стыки я накрыл гидроизолом, закрыл во всех местах. Вот. Вот такая сейчас будет у меня ливневая, скажем так, канализация, ливневая отводная. Вот сейчас засыплю все и все. Вот. И на участке у меня вода будет уходить вот по этой вот трубе и туда. Да. Вот так. Доделал дождевую свою канализацию, отвел все, сделал, закопал. Но у меня плохая какая-то такая вот есть новость. У меня Митя заболел. Я не знаю, может быть, среди вас есть кошатники, заводчики кошек, котов. Именно по веслоухим, подскажите, пожалуйста, комментариям в комментариях. Проблема в том, что вот когда он у нас появился, мы как бы особо там не заметили, что у него неправильный нос. А вот он растет, и с каждым месяцем все это явно проявляется. У него одна ноздря кривая, и в ней, в самой ноздре, я вот сейчас покажу, пучок шерсти растет. Ну, раньше вроде бы ничего, как-то это на него не влияло, но сейчас то ли этот пучок шерсти, то ли простыл, сопли, он еле дышит. Вот он, мой лемуроподобный кот. Вот я не знаю, слышите, не слышите, как он сопит. Видите, у него одна ноздря, вот эта вот, заросшая шерстью. Ну, сейчас не видно, но у него прям сопли здесь. И он сопит, как человек. А ночью прям вздыхает, как человек. Такое ощущение, что кто-то рядом из людей есть. А это вот Митюша. Вот подскажите, что сделать. Она ему реально мешает ночью спать. У него соплями затягиваются ноздри. Он сопит, храпит. Вот такая вот беда. Я не знаю, если ничего не найду, никаких каких-то советов, решений, то придется ехать с ним к ветеринару. Не знаю, что скажут. Ну куда ты, куда опять полез? Ну, как-то вот так. Вот такие вот у меня новости за вчера, за сегодня. Если кто что знает, поймите, по котам, вот по подобной ситуации, подскажите, пожалуйста. Ну, вот у меня такая ситуация вот с котом, конечно, впервые. Да, Митя? Где ты там? Вот сопит прям. Вот он дышит в эту дырочку. Такое ощущение, что у него одна ноздря просто совсем не работает. Иди, я тебе покажу, Митюш. Иди, Мить. Маленький. Вот сюда смотри. Шлетки. Вот такой у меня Митька. Вот такой. Вот такой Митька. Видите? Ну, а что будет завтра и как пройдет сегодняшний день, я еще вам расскажу. Пока-пока.